see the thing is. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Надеюсь, вы поймете мою позицию. Сегодня я буду говорить про Windows в Хистлер или Вислер. В комментариях меня уже просто добивают люди, которые говорят: сделай выживание на Вислер, сделай выживание на Нептун, на Лонгхорн, на Windows 96 какой-то и еще на куче всякой херни. Я хотел бы с вами сегодня поговорить о подобных версиях, в принципе, поговорим о самой версии Windows в Хистлер или Вислер. Это очередной миф о секретной разработке, породившей суперстабильную версию Windows. Масоны и рептилоиды запретили ее релизнуть, это факт, и продали на планету Альфа Центавра. Зачем они это, сволочи, сделали? Такая участь постигает все альфа и бета Windows, дабы выдумать себе миф, что альфа или бета всегда лучше, чем релиз. Компания выпустила не то, чтобы мучить народ. Заговор, млять. Все эти альфа-беты – промежуточные уродцы, мутанты, про которые бы забыть пора. Но нет, они снова и снова отрывают их из могил и выдумывают всякую хрень. Что вы хотите увидеть? Как я епусь, запуская современный браузер или фотошоп на этом? Так он на релизе не пашет. Меня бомбит? Да, бомбит. Так что же это за Вислер? Уродец, полудвухтысячная, полунедодел XP. По сути, это то, что потом станет Windows XP. Реально использовать нельзя, так как ни софт, ни драйвера под нее не выходили. Пользы больше от свежемолотых гусей, чем от этого. Ребята, не обижайтесь, то, что я тут наговорил, просто вы сами понимаете, уже надоело. Выживи, сними там пару слов, еще сделай. Это просто альфа-беты. Это не релизы. Какие я могу здесь выживание обзоры делать, когда под эти операционки даже толком-то софта нету. Ничего нету. Что там может быть интересного? Посмотрел на переходные темы оформления, какие-то программы. И все, и забыл, и закопал. Так и нет, блин, делать просто нехрен людям. На этом все. Всем пока, спасибо за внимание.